Вот трасса Талдыкурган-Алматы. Находимся на контрольно-пропускном пункте для оплаты платной трассы. Минут 15. Шлагбаум нерабочий, не открывается. Стоим, ждем погоду. Когда этот шлагбаум вздумает открыться? Люди деньги платят, но шлагбаум не работает. Идет паника. Пробка на дороге. Система не рабочая. Но люди пытаются. Вот. Машины все стоят. Стоит человек, представитель КазАвтожол. Разговаривает по рации, не может решить проблему. Они сами не знают, как должно осуществляться контрольно-пропускной пункт. В это время машина заведена, расходуем ГСМ, стоим, ждем погоду. Остальные транспортные средства тоже стоят. Ралан! О, брат! Вот к сендер 20 минут болды ғой. Берген ақшаны ала алмай тұрсыңдар ғой өздерің, тойлап аша алмай тұрсыңдар ғой. Өткізсеңдерші. Өткізсеңдерші. 20 минут болды отырғанбыз, е, біздің кінә емес қой, сендердің кінәларың ғой. Люди уже паникуют, уходят с машины, спрашивают, что почем, из-за чего. Сотрудники пропускного пункта не могут ответить, по какой причине данный затор создан. Потому что они сами не знают. Так и объясняют. Жақын тұрыңыздар, мына жерге қиналады, мына жерде қағаз ақшалады. 690 дұрыс қой, мен неге? Иә. 300 теңге. Неге 300 теңге? Жаңағы машина 100 теңге төледі ғой. Никто не объясняет, почему деньги берутся. У каждой машины по-разному берутся. Дос, неге 300 16-дан бері, қаңтардан бері платный жол істеватыр. Ага. Содан бері шлагбаум ашып тұрса да өтсеңіз, камера кешіріп жатады, өте бер, өте бер. Нет. Не очень приятно. Даже неудобно проезжать через данный контроль.